Неожиданно появилась дыра на вещи. Что же делать? Ведь этот пиджак все еще актуален и так дорог сердцу. Итак, выход есть. Нужно всего лишь пойти в магазин ткани и купить 10 сантиметров флизелина. Флизелин – это клеющаяся ткань от горячего. С одной стороны есть чешуйки сухого клея, с другой стороны ткань мягкая. Именно стороной с клеем мы будем прикладывать к пиджаку. Отрезаем кусочек, необходимый нам для удаления дырки. Как правило, в пиджаках посередине идет шов. И именно этот шов мы постараемся аккуратно распороть, чтобы влезть в него с нашей латочкой. Сделанный проход мы заштопаем потайным швом, и его не будет видно, так как он находится внутри пиджака. Сейчас главное нашу латку распределить правильно, вверх поклеенной стороной, так, чтобы она соприкасалась со стороной пиджака. Нам понадобится утюг с паром, так как пар хорошо распарит клей, и ткань надежно приклеится к флизелину. Дальше дело техники. Когда утюг горяч, все разглажено и приложено друг к дружку, остались мелочи. Придавить, слегка нажать, и у вас все готово. Поделись видео в своей соцсети, и ты поможешь своим друзьям избежать такой проблемы. Ведь я не волшебник и только учусь, и те нити, которые остались пробеливать наверху пиджака, пришлось закрашивать подобранным в тон карандашом. Это же ведь временно, естественно, так у нас не будет заметно вообще ничего, и маленькая складочка будет казаться лишь только сморщкой от утюга.